А этому детскому саду пока нужно не тепло, а хорошие строители. Детский сад, госпиталь и снова детский сад. Еще одно учреждение для дошкольников появится скоро в Чебоксарах. Его откроют по Московскому проспекту в бывшем здании госпиталя МВД, которое решили вернуть детям. После ввода в эксплуатацию больничного комплекса МВД необходимость в госпитале отпала. Напомним, изначально в этом здании находился детсад номер 189. После реконструкции садик смогут посещать более 100 малышей. Планируется, что ДОУ станет центром развития одаренных детей и выступит начальной ступенью проекта «Школа Сколково». Строительные работы пока не начались. Составлена только проектно-сметная документация. В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика. Это не единственный садик в городе, который возвращают детям. В декабре прошлого года судебные приставы освободили здание для малышей по улице Ильгера. Сейчас там проводится техническое обследование для дальнейшей реконструкции. В бывшем здании ДЮСШ имени Соколова идет ремонт. Там тоже скоро поселятся малыши. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию учреждения дополнительного образования для детей «Юнитекс» по бульвару Юности.